я сидел в отеле, мой соперник приехал с нами, говорю, Соло, там встретились у входа, поздоровались без лишних эмоций. Когда пошел поздороваться, я думаю, ой, что за он такой большой дяденька, надо этот прицелился, да, этот, чтобы сразу дойдет, нет, я еще так смотрел снизу вверху. Ну, надеемся, что дойдет 5 по 5 же. Тарелки нам немного осталось гонять, да? Я уже весь, если честно, просто, если будет, то килограммов полтора вот так. Что у нас сегодня по программе? По программе? Поем и прогулку сделаем. Потом посмотрим. Я всегда позитивный, да. Это воображаемая еда. Понял. Там определенное количество калорий. Да. Сослан Хакран Адиис, он сказал, то, что бой не продлится и одного раунда. Что вы можете сказать? Ну, он про себя, наверное, имел в виду. Программа на сегодня – это максимальное количество отдыха, восстановления. Просто отдыхаем и под ночью поднажмем, сделаем вес. Как всегда, я никогда не проваливал взвешивание, всегда был ровно 70-800, сколько я выступаю в этой лиге. Так что все будет четко, а завтра будет кровь и зрелище, как у нас раньше был комментатор, который любил это повторять. Это хотите гигаген. Заряжать мышцы, чтобы силушка была как можно больше. А как, по вашему мнению, самый зрелищный бой какой будет в этом карде? Самый зрелищный, конечно, будет Гасанов, Фролов. Но Магомед Расул обещал, что не будет так бороться с Фроловым. Поэтому он будет и зрелищнее, чем все другие бои. Точно? 50 штук. 50 штук. Ну вот, вы увиделись. Денисом. Вот. У нас все хорошо, без драк, без конфликтов. Не, на взвешивание спорт. По-любому заряд будет. Там мы зарядим. Жди, короче. Заряд будет? Это не хайп, это реально, короче. Хорошо. Не, я тебе отвечаю. Главное там не сгореть тебе, бой выйти. Хорошо. Ситуация будет, так что ждите горячего, короче. Заряд. А так конфликта у вас нету, да? Конфликта не было, есть бой. Есть поединок, да, который нужно настраивать. Да, он закончится уже все, мы тогда уже друзья. А пока конечно. Мы такие, короче, да. Опасные. Сейчас уже начинаем быть опасны. Единственное, у нас есть такая история, когда еще год, я не помню точно, 2000, ну точно год не могу сказать, первый бой с Сергеем Белостяным. Я после боя выхожу там, Майрбек Соломбекович сидит, Сергей Харитонов и Смолдырев, получается, в ряду. И всем рукопожатие, он такой, в тот момент где-то под килограмм, 135, такой огромный детина встает. Я такой думаю, блин, в натуре ты, я говорю, ты огромный. Он говорит, да, я еще огромный, еще и мастер спорта там, по самбо. А такой, я говорю, я поборолся, мы поборемся, такой, знаешь, высокого мнения я посчитал в тот момент. Смолдырев, ну, сейчас проверим его, борьбу проверим, ударку проверим. Я думаю, знаете, вот, бой будет досрочный. В каком раунде? Не могу я сказать раунд, но как у меня желание появится выиграть его, да, закончить. Первый, второй, короче, когда мне по кайфу, тогда я закончу. Вот так вот. Ну, с моей стороны точно не было. Но он, как говорил, обещал, что-то будет именно на взвешивании. Что ты предположительно ожидаешь от него? Не знаю.
Даже он что-то планирует. Я ничего на взвешивание не планирую. На взвешивание у меня в завешивании. Ну а как ты оцениваешь? Давай еще повторим этот вопрос, который мы задавали тебе. Понял, как ты оцениваешь как бойца Мухаммада Вахаева? Он говорил про то, что будет точно досрочная победа. А как ты твои впечатления от боя? Я, если честно, никогда не загадываю. Я выхожу с хорошим настроем. Подраться всегда. А там уже как карты лягут. Я провел хорошую подготовку, отличные сборы. Мухаммад хороший боец, я хороший боец. Мухаммад хорошо борется. Я не могу сказать, что я плохо борюсь. Хорошая ударка у меня. У него ударка тоже хорошая. Поэтому 50 на 50. Я думаю, кто-то точно должен упасть. Не подходи, брат. Мы заражены. Я просто отвлекаться не могу. Чего вы отвлекаете? Подходи. Ну, мало ли, интервью же чемпион. Чемпион лучше пожать. Когда-то пацана борол, там подтягивал. Видишь, теперь чемпион уже держит. А вы до этого были знакомы, да? Как мы не были знакомы? Давно были знакомы. Будет яркая победа, пацан, затащит. Как ты? Алхамдулиллах. Все самочувствие, хорошее настроение. Все отлично. Ну, чуть попозже, сейчас чуть пообедаем, да. И попозже уже будем весь подгонять. Видел ли своего соперника? Нет. Вообще не видел, да, его? Нет. Он мне пока не интересен. Пока интересно только весь сделать. Завтра, послезавтра вечером мы увидимся с тобой. Самый зрелищный, я надеюсь, это супер тяжелый вес. Как там на кону там стоит пояс лиги ACA. В принципе, в лиге ACA все бои как бы конкурентоспособные и интересные. Я думаю, болельщики ММА мы сможем обрадовать хорошими зрелищными боями. Как вы оцениваете состояние ваших бойцов? Как всегда, отлично. Мы не сомневаемся. Спасибо. Настрой есть, вялости нет, бодрый, выспался, все отлично. Позавтракал. Первая подготовка у меня такая психологическая, легкая. Гонять не нужно много, наполовину меньше гонять. Бороться полезет, как обычно. Он выиграл Батаева Адлана. Я его всегда как соперника потенциального считал. Нельзя его недооценивать, у него выиграл на болевой. Я, честно сказать, особо не боюсь этих тейкдаунов. Я и побороться могу. Это моя новая весовая категория, где полон сил, энергии. И мы идем, инчала. Сперва в топ сейчас залететь надо. Потом уже посмотрим. Будем кидать вызовы. Ну, я не могу без трудностей. Тяжело обучение, легко бою. 21 гоняю всего лишь в этот раз, за месяц. Так что, не знаю. Мне нравится это. Я больше всех в мире гоняю. Вот там я первый здесь. Если покушаю, разозлюсь конкретно. Я давно не кушал мясо. Мясо покушаю. Держись, Алиханчик. Сегодня я попытаюсь оставшие пару килограмм добить до завтра. До завтрашнего утра. Добью вес. Чуть-чуть поработаю на лапах и все.